Мама? Ну, все, все, все. Ну, давай. Ну, вот видишь, я здесь с тобой, с вами. Ну, все, все, садись. Садись к столу. Мама, ну как вы добрались? Ну, почему же не известили? Я бы встретил. Что дома? Дома. Ты не представляешь, что мне пришлось пережить. Собралась и уехала в один день. Благо твой друг, Вадим Александрович Гончаров, помог. Убежала без вещей, без денег, как каторжанка какая. По всему Петрограду аресты. А в Москве, говорят, мне довольно. Вадим тоже в Париже? Нет. В Петрограде остался. Благороднейший человек. Сколько он жизни спас. Всякий день молюсь за него. Кромовку сожгли. А верховодил всем кучерский сын, рыжий такой, помнишь? Мерзавец. Ничего, мама, вернемся в Россию. Да нет больше России. Я не буду есть. Ступай, я позову. И мне уж не вернуться. Чувствую, что здесь умру. Не было такого, чтобы русская армия поддержала бунт. Теперь, чтобы вернуться, полстраны перевешать надо. Но Бог даст, союзники нас не оставят. Союзники. Союзники просто так помогать не желают. Торгуются. И правильно делают. Нам теперь никакой веры нет. Военный министр Алексей Алексеевич на днях лестное предложение сделал. Так он отказался. Отказался. А как ты вообще намереваешься жить дальше? На что? Я слышала, миссия закрыта. А у Алексея Алексеевича есть средства. И очень большие. Лиза! 250 миллионов золотом. Да? Да. Ты очень изменился, Алексей. Я тебя не понимаю. А почему ты отказал союзникам? Это трудно объяснить, мама. У них один интерес — на русской беде заработать. А я присягал. Кому ты присягал? Есть рыжие, которые сожгли Россию. Есть гончаровы, которые вытаскивают из огня людей. Какие могут быть сомнения? Алексей! Что ты собираешься делать с деньгами? Я еще не решил. Думаю. Думает он! Все уже давно за тебя придумано. Не хочешь помогать союзникам? Помоги русским эмигрантам. Люди все в России оставили. У них все отняли. Что за безрассудство? Еще один вопрос. Как ты мог спутаться с актрисой? Это же водевиль пошлый. Граф Кромов и какая-то шансонетка. Она пианистка. Ты опозорил себя, меня, отца покойного. Ты товарищей своих боевых предал. Мама! Вы говорите страшные вещи. Я не желаю этого слышать.
так всегда. Как только серьезный разговор, он... Алексей, ты что, намерен сейчас уйти? Ступай. Ступай. Ступ! Он измучил меня своими метаниями и своей ложью. Ложью. Ложь. Вылет.